Сначала некоторые грузины сомневались, нужен ли грузинам совершенно непредсказуемый групповой секс народов. Хорошо. Громко сказали: нет. Грузия суверенно, независимое государство, сами, не голубые, справимся. Но год спустя на агитированные гражданами славянской национальности грузины согласились. Но гуляет страх, нищета, голод, свет нормированный, газ слабым напором горит. Сосед негодяй грабит соседа напротив, голодные собаки не гавкают, сил нет. Гнусная ситуация. Надоело гражданам страны на гадости смотреть, назначили голосование, стал новым главой седой, неподкупный, гранатоустойчивый, стингером недосягаемый гуриец, сказавший недавно громогласно: